Свои отзывы по итогам очередной сессии школы замещающих родителей будущие мамы и папы оставляют в книге обращений Центра социальной помощи семье и детям. В ней собраны слова благодарности и признательности за возможность разобраться в себе и получить полезные знания перед важным жизненным решением. Задача нашей школы, прежде всего, такая, чтобы гражданин мог хорошо обдумать это решение. И если он принимает его, чтобы оно было осознанное, и чтобы все члены семьи его в этом поддерживали. Именно поэтому психологи предлагают посещать школу замещающих родителей всем, кто будет задействован в воспитании нового члена семьи. По правилам, свидетельство о прохождении школы не обязательно иметь тем, кто хочет оформить опеку над близким родственником. Но им, считают специалисты, полезно восполнить знания по психологии и поучаствовать в семейной психотерапии. У нас-то главная задача даже не выдача этой бумаги, да, а просто чтобы человек многое понял про этих детей, многое осознал и, может быть, где-то поменял свой стиль общения, воспитания, да, отношения с этим ребенком. Программа «Школа замещающих родителей» разделена на три блока. Медицинский, где с мамами и папами беседуют врач-педиатр. Правовой, где специалист органов опеки знакомит участников с законодательством в сфере усыновления. Больше всего занятий отведено на психологию. Они проходят в форме групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Мы изучаем мотивацию приемных родителей, мы изучаем качества, необходимые для воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, основной блок у нас идет это особенности детей, оставшихся без попечения родителей. После прохождения курса участников ждет собеседование. По его итогам будущие родители получают свидетельство, которое прилагается к остальным документам при оформлении опеки над ребенком. Группы школы замещающих родителей набираются 4 раза в год. Стать их участником может любой совершеннолетний саровчанин. Очередная группа начнет свою работу 18 марта. Более подробная информация по телефону 757-22. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Редактор